В настоящее время сотрудники госавтоинспекции выясняют причину аварии и ищут виновного. По версии, выдвинутой в социальных сетях, водитель мопеда выехал на встречную полосу движения транспорта и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099. Но не все так однозначно, заявили в полиции. В настоящее время уточняются все детали. 21 марта в 23 часа в городе Армавире по улице Дзержинского произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и мопед. В результате дорожно-транспортного происшествия в городскую больницу обратились водитель и пассажир мопеда с диагнозом ссадины, ушибы, госпитализированы не были. В настоящее время ведется административное расследование. С наступлением весны на улицах города активизировалось движение мопедов, скутеров и мотоциклов. Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают, у водителей этих транспортных средств должны быть права. Ездить можно только в защитном шлеме, на дорогах соблюдать скоростной режим. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».